прошла еще одна ночь, то на следующий день. А завчера мы прошли 180 миль. Вот сейчас мы проходим Aldabra Islands. Это группа островов, о которых я вчера говорил. Мы уже сделали поворот и вышли на финишную прямую в сторону Кении. Так как возле Кении течение порядка 4-5 узлов, которое проходит вдоль всего африканского побережья, мы идем не в Килифи, а идем в Момбасу. От Момбасы до Килифи 30 миль. И я думаю, что нас просто снесет туда течением, потому что там где-то около 100 миль прибрежной зоны, в котором самый-самый сок. Итак, мы прошли уже 1007 миль, осталось 489. Скорость 6-6,5, и наконец-то появился ветер. Потому что ночью мы шли очень медленно, средняя скорость была 4,8. Это с учетом течений, то есть постоянно хлопал парус. Я мог бы поставить большой парус, но ни малейшего желания среди ночи этого делать нету. Тем более, если раздует, аварийно его снимать, все сонные, короче. Это не важно, лучше там потерять несколько часов, зато потом сделать это нормально в светлое время. То есть я думал ставить Динакер, потому что Кудзира у нас порвался, может, мы его еще будем чинить, но будет зависеть от ветра. То есть сейчас окей, а дальше будет видно. Надо будет, будем чинить, там 2 часа работы, просто так это делать не хочется, если это не нужно. Ну, будет нужно, будем делать. Еще у нас запустилась, наконец, Турая. Сейчас буду сидеть, активировать нашу сим-карточку и попробую скачать новый прогноз погоды. Если получится, покажу, как это делается. Обещал рассказать, как пользоваться спутниковой системой связи. То есть для того, чтобы... Вернее, давайте остановимся на том, чем мы пользуемся. То есть так как мы уже подошли близко к Европе, мы пользуемся Турая. У меня два спутниковых телефона Турая. Первый выглядит вот так. У него такая вот дурацкая антенка. Ну, этим телефоном можно только звонить. Хотя Турая дает нормальный сервис 56К для передачи данных. По сравнению с другими, это просто бешеная скорость, потому что Iridium и Inmarsat дают 2400. У меня есть тоже Inmarsat, но не об этом речь. Короче, самый удобный для пользования для меня — это вот такая штука, которая называется SAT Sleeve для iPhone. То есть она вообще была сделана изначально для 5-го iPhone, туда его можно вставлять, он будет работать как Powerbank, но я этим не пользуюсь, потому что я им пользуюсь просто как системой связи. Итак, что я делаю? Мы заходим в Bluetooth, подключаем это устройство, но это, я думаю, сами разберетесь, это не имеет значения. Появляется вот такое вот окно, вот здесь вот в левом верхнем углу. Есть значок, насколько ловит хорошо спутниковая связь. Сейчас мы находимся в Индийском океане, до этого ловил Мозамбик. То есть для того, чтобы позвонить, мы делаем так. Мяу. Набираем номер, который нужно, говорим звонить. По Bluetooth телефон связывается с самим устройством, идет на спутник. Можно разговаривать по телефону, просто как по обычному телефону спутниковому. Этот выставил просто на азимут, и все. Нужно отправить сообщение, сообщение, новое сообщение, номер, само сообщение, отправили. То есть теперь из того, как пользоваться интернетом. Заходим в настройки, заходим в Satellite Data, включаем Satellite Data. И вот здесь есть данные, которые, данные названия сети и, собственно, пароль, который подключается именно к вот этому вот телефону. Включается, появляется обычный Wi-Fi, по которому ты подключаешься, хочешь с этого же телефона, хочешь с любого другого, можно с компьютера, с чего угодно. И просто говоришь скачать grip-файл, он через просто берет и скачивает. Вот, собственно, так вот все происходит. Очень простая система, очень просто работает, когда есть связь. Система Predict Wind. Здесь вот есть зона, которая мне нужна. Я себе выбираю 4 точки, ограничиваю зону. И потом говорю просто download, и вот он коннектится по Wi-Fi. Вот у меня Wi-Fi подключен. Вот. Турая Герман. И, собственно, через него я получаю... Вот. Достаточно несложно это все происходит. Ну вот, собственно, у нас показан статус. 189 килобайт мы выкачали. Говорим закрыть. Вот у нас маленький файлик,
который выкачан. Сейчас мы туда идем. И смотрим, где мы находимся. То есть, вот мы сейчас где-то находимся здесь. Здесь еще дует 15. Потом будет уменьшение. 10, 10, 10. И теперь смотрим в прогрессии, что нам готовят. То есть, вот давление уходит. Ветер уменьшается до 10. Черт. Это, конечно, совсем не то, что я бы хотел сейчас видеть. Так, это у нас... Потом Friday то же самое. И только-только в субботу. Только в субботу. А у нас сегодня среда. Будет увеличение ветра. Поэтому нужно готовить большие паруса. Мы еще сейчас вот идем на... Идем сейчас еще на обычных парусах. Но я так понимаю, что в ближайшее время придется готовить паруса другие. Вот так вот, собственно, мы скачиваем прогноз погоды. Вот так это все происходит. Просто ради интереса, сколько получилось. Против солнца, наверное, не видно ничего. Итак, вот что ради интереса, сколько у нас получилось. Я отправил сейчас запрос на получение баланса. У нас на счету было $70 на телефоне. Сейчас посмотрим, сколько осталось. Потому что я сейчас сконфигурировал получение прогноза погоды первый раз. И есть шанс, что он немножко больше сожрал, потому что там какие-то программы лазили и что-то могли задавать вопросы. Сейчас посмотрим. Делаем с погодными файлами. Мы подключаем Wi-Fi. Это наша лодка. Заходим на IP-шник. Это IP-адрес нашего симрада, чартплоттера. Выбираем файл. Вот он. Говорим «Открыть». Вот у нас здесь файл. Говорим «Submit». Теперь идем и смотрим, что произошло. Импорт файл. Yes. Теперь мы идем в меню. Overlay. Grip. Вуаля. У нас погодный файл. Прямо в симраде. Прямо там, где мы прокладываем маршрут и можем это делать с учетом погодных файлов. Все, теперь вот это все мы закрываем. Вот так вот мы проверяем погоду. Плывет стайка карасей. Сейчас покажу. Что? Как? Прогнозу вечером 10. Фух, что это за поездка такая, если в ней не шьются паруса? Это наш код Zero. Сейчас мы его будем чинить. Ты рада? Все нарядные. Короче, у нас есть дырки. Мы их уже отметили маркером красным. Сейчас мы их будем зашивать. Как мы шьем? Вот у нас есть дырки. Вот они. Разложили. Двухсторонний скотч. Наклеиваем, у нас есть ремкомплект. Мы это приклеиваем для того, чтобы потом сверху прилепить латки и латки правильно пришить. Два часа шитья, ноги затекли. Вот, короче, все черненькое,
Это все пришитенькое. Красиво, красиво, красиво. Иначе с завода. Видели только что парус. Все с ним нормально. О, облако. Короче, сейчас идем его одевать. Это я проложил сейчас скрутку стакселя. Идет. Годзира. Она идет таким, такой петлей, вечная петля. Ее тянешь, она по кругу мотает и сматывает парус. А сейчас я прокладывать буду. Где здесь конец? Мотать. А, вот он. Шкот кода Zero. Его нужно проложить вокруг, по внешней стороне борта. Но так как мы будем идти правым галсом, то я его буду раскладывать по той стороне. Хитро. Хитро, умно. Или как его у нас называют, завалталь. Потому что сейчас я немножечко подтяну. Гиг грота. Разверну лодку, уберу грот, разверну обратно на курс, и вместе со стакселем мы откроем код Zero. Грот мы убрали. Теперь мы ложимся на курс. Я специально срифовал стаксель, он у нас маленький, он нам мешать не будет на открытие большого паруса. Потому что, чтобы это... парус открыть, нам нужно, чтобы у нас была тяга и лодка шла в направлении в том, котором нам нужно. Такой красивый. Так вот, так можно делать только тогда, когда очень малое количество рук. Когда парус ставишь один и не хочешь включать мотор. Так лучше не делать, но если уже делать, то именно вот так, как я показал. Можно немножечко отпустить шкот, тогда он будет меньше в воде лежать. Но я не люблю, когда он хлопает, я его тихонечко положил нижней шкатуриной. О, нормалек. Поставили большой парус. И легли на правильный курс. У нас скорость сейчас 6,5, 6,6, 6,2. Сейчас я его еще подкорректирую немножко, чтобы мы вообще шли правильно туда, куда нам нужно. Только что у нас был бау, и паруса нет. А где парус? Парус. Сейчас мы его каким-то мистическим образом будем доставать. Теперь парус, который у нас был в воде, мы его вытащили. Сейчас открываем паруса, идем дальше. У нас сегодня, тут непонятно, 9-й день пути. Мы уже прошли 1138 морских миль до Кении, до Килифи. Нам осталось 363. Идем мы со скоростью очень маленькой, около 4 узлов. Потому что у нас порвался код Zero, вернее, порвался не столько парус, сколько фал, на котором он висел.
чтобы провести новый, это нужно лезть на мачту. Это уже второй фал порванный. Первый был порванный перед предыдущим путешествием, перед переходом на Маврикий. А сейчас у нас порвался при переходе в Кению. Я думаю, что там проблема с роликами наверху в мачте, но мы их потом по приезду уже надо будет разобрать, сверху залезть в мачту и демонтировать. Момент, когда у нас закончился ветер. Что ты радуешься? Сиди, читай. И скорость... Гамно. И скорость у Гэшечка. С такой скоростью можно ходить только загорать. Такой вот у нас океан сейчас. Красивый-красивый. И волны совершенно небольшие, но иногда приходят с таким, с таким углом, что нас немножечко раскачивает. Вот это у нас называется штиль в океане, вот такой. Парус спереди, это мы его сушим, потому что он же у нас в воде плавал. И такая погода нас будет ждать еще часов 12, потом ночью будет дуть. А с утра, я думаю, мы включим мотор и уже пойдем на моторе, потому что там будет еще хуже. У нас сейчас закат. Обычный вечер. Хигай. Иха. Как меня учили подкуривать сигары, когда нужен этот секатор правильный. Когда я был на Кубе, мне показали, как это делается. Вот так. Очень брутально, очень брутально. Да, теперь нормально отрезанная сигара, можно подкуривать. Хорошего вечера. Шел 10-й день пути. Сейчас у нас 6 утра. Рассвет. Красота. Итак, за ночь мы прошли меньше 100 миль, потому что ветра нету, ветер слабый. Но сейчас, видимо, мы идем с течением, потому что при достаточно слабом ветре у нас скорость больше 4. Это значит, что за сутки мы будем проходить 96 миль. Но это лучше, чем вообще стоять на месте. Нам до Кении осталось 272 мили. Погода нормальная, как вы видите. Небольшие тучки, но это всегда так. То есть, когда встаешь еще до рассвета, небо вообще полностью затянуто тучами. А где-то через час после того, как всходит солнце, уже небо чистое-чистое. Ну и, соответственно, ветра тоже будет меньше. Так, следующая поломка, которая у нас произошла, у нас забился туалет. Вернее, забился не сам туалет, а вот здесь есть вот такой вот шланг, который идет сливной. Получилась кальцинация. То есть его нужно оттуда, я уже его отключил, вот он идет, отключить его отсюда и почистить. Я вот думаю, делать мне это сейчас или все-таки подождать берега. Ну, в общем, я еще подумаю немножко, а потом решим. Очередной, 11-й день в пути. Мы прошли уже 1352 мили, и до Кении нам осталось 158 миль. Но так как ветра больше нету, совсем нету, у нас скорость до 5 узлов, но мы уже включили мотор и идем под мотором. Я делаю так, чтобы мы ночью могли спокойно спать. То есть, так как мы идем под мотором, расход энергии меня совершенно не волнует. У нас есть радар. Вот в радаре можно выставить guard zone. То есть первая зона, вторая зона, их можно отрегулировать как нравится. Можно их вообще выставить вручную как хочется. Сейчас я могу даже показать, как это делается.
Вот так вот выставляется зона, и если любой объект попадает в эту зону, то он начинает, соответственно, пищать. Поэтому у нас получается таким образом нормально поспать ночью. Это в основном парусе есть такие штуки, как латы. Это горизонтальные усилители паруса, которые придают ему форму. И вот там есть такая каретка, которая ездит по ликпазу, и у нее есть крышечка. Крышечка вот такая вот. То есть она, ну, достаточно простая. Она просто подпирает лату, которая упирается в такой механизм на ролике. Короче, вот такую вот штуку мы потеряли. Так вот, чем я сейчас занимаюсь. Взял доску. Из нее вырезал такой вот кусок. И так как времени много и всего много, то есть я взял напильник, ножовку, и из нее сделал вот такую вот штуку, вот с проточкой под саму лату круглую, с пазиками. Вот так вот оно выглядело в оригинале, вот так вот это выглядит сейчас. Подделка, прекрасный оригинал. Так вот, эту вот штуку напильник, 2 часа времени, ножовка, и вот получаем такую фигню, которая туда уже заезжает, я уже померил. Я ее сейчас одену туда и покажу, что это будет. Я хотел показать каретку, поэтому полезли на мачту. Вот эта каретка, вот она. То как это происходит? Вот лата, она сюда вставляется, подпирается. Там берется вот такая вот пластмассовая крышечка, закрывается сюда, в эту штуку, вот так вот. И потом там есть болтик, который это все фиксирует. Вот сейчас я эту одену, а потом вторую покажу, как я сделал. Вот у нас все готово. Теперь вот эту вот штуку мы сюда вставляем. Вот сюда, в пазы. Потом вот так ее задвигаем и закручиваем болт. Ну вот. Эту крышку мы сюда просто вот так задвигаем и закручиваем. И здесь болтом затягиваем, просто урегулируем, насколько сильно эта штука будет поджиматься изнутри. Самая эстетичная, конечно, в мире конструкция получилась. Но зато она абсолютно работает. Лата работает. Потому что эту крышку где-либо здесь найти просто невозможно. Если где-то буду в Европе, конечно, я куплю новую каретку. Но без шансов. Или сделать из нержавейки. Нормально на фрезерном станке ее выточить. Но мне кажется, можно не страдать фигней, если она будет работать. А мы посмотрим. Я надеюсь, она будет работать. Надо не заниматься чепухой, а так оставить, как оно есть. Ну, а раз я уже здесь, вот так вот все у нас выглядит. Вот так все выглядит с высоты местного птичьего помета. Я наконец-то побрил морду. Ну, собственно, хотел сказать я не об этом. Я не помню, говорил я или нет, но у нас поломался Windex. Ничего не показывает. Показывает 0 ветер. Но зато он показывает направление. То есть он показывает ТВС какой-то 3,5, хотя он вообще к реальности не имеет никакого отношения. А АВС показывает 0. Поэтому идем мы, вообще не понимая, какой ветер, но я так понимаю, что оно не дует, поэтому идем под мотором. Вот. Собственно, это течение. Вот здесь вот мы находимся, вот эта синяя точечка, это мы. Вот мы идем в Момбасу, здесь идет большое усиление. Вот здесь у нас получается, что у нас получается. Я думаю, что где-то около 2-3 узлов течения будет. Но не суть, это не в этом дело. Так, итак, 1,2. Ой, 1,9. Вот у нас получается вот здесь. Вот эта вот точка. Короче, все понятно, куда мы идем. Идем под мотором. Течением нас несет. Тут у нас минимальная скорость 4,5, максимальная 6,5. То есть где-то средняя будет 5,5. А затем, что у нас осталось? Мы уже прошли 1468 морских миль. Уже появляются корабли. Хотя я удивлен, что здесь, на мой взгляд, Кения — это очень развитое государство на побережье Африки. И совершенно нету трафика. То есть, может быть, где-то ближе к берегу он будет, но ближе к берегу течения. Я могу понять, если идет трафик от Мадагаскара в сторону туда, ну, наверх, на север. Это я еще могу понять, но если возле берега идет по встречному течению, для меня это немножко странно. Поэтому я ожидал, что сейчас будут корабли там, где мы идем, поэтому мы идем со включенным радаром.
Вот он. Я уже показывал, как выставляются зоны безопасности. Мы его не выключаем, потому что мы идем уже вторые сутки под двигателем. Да, где-то в обед уже будут двое суток. Но ветра нету, поэтому... Вот. А говорят, что Кения – это страна для кайтинга. Ну, что, только что-то непонятно, там, что нужно делать, чтобы на кайте ездить, потому что ветра нету. Так, пришло время, нам нужно приготовить немного воды, сварить. Вернее, как, у нас есть опреснитель на лодке, нам нужно сделать воду. Как это делается? Включаем его на 12 вольт и начинаем поворачивать регулятор давления и ждать, пока давление зайдет в зеленую зону. Далее мы регулируем, и это займет буквально пару минут, для того, чтобы стабилизировать давление. Вот этот индикатор показывает, что в системе есть воздух. Вот его даже видно. Когда выгонится из системы воздух, то тогда опреснитель начнет делать воду. То есть этот регулятор Pure Quality значит, что еще идет соленая вода, значит, еще система не настроена. То есть после того, как выйдет воздух и опреснитель начнет делать воду нормального качества и загорится Good Quality, вот как сейчас, дальше нужно будет просто отрегулировать до конца давление и держать его в зеленой зоне. Красная зона — это слишком большое давление, и опреснитель отключится в аляром. Этот опреснитель очень хороший, он делает не просто воду, а он делает fresh drinking water. То есть это не просто десалинат, а воду, которую можно сразу употреблять и пить. Он также работает от 220 вольт, то есть есть два варианта, 12-24 и 220. В зависимости от того, работаем ли мы под генератором или от батареи на двигателе, мы включаем его на нужный режим. Здесь есть счетчик часов. Мы засекаем 515,8. У меня это уже значение записано на доске, чтобы не забыть. После того, как мы закончим производство воды, я просто пойму, сколько литров мне нужно, потому что в час этот опреснитель делает 60 литров. Я планирую сделать там литров 180, то есть 3 часа он поработает. А после этого все. Проберем, пользуемся. Вот видно даже границу дождя. Вот он сейчас сюда идет. Скоро мы будем все мокрые. Эта погода в яхтинге вообще моя любимая. Как мы находимся уже близко к территориальным водам Сомали, здесь появляются интересные надписи в кораблях. Вот, допустим, раз, АИС, destination. Armed Guards on board. То есть они говорят о том, что у них на корабле есть вооруженная охрана. И чтобы нечего шастать, короче. И я уже вижу это не первый раз. Уже есть это второй корабль, у которого точно такая же идентификация. Такой же самый destination. Вот. Nikki Dragon. Kenya. Armed Guards. Это какая-то локальная фишка, я так понимаю. О том, как у нас работает радар. Есть такой радар Доплера, это тот, который улавливает мелкие капли в воздухе. А у нас обычный радар, но он прикольный. Короче, вот у нас есть какой-то объект, который видно на радаре, он его ловит. И вот этот объект, внимание, показываем. Вот он. Это как раз вот та туча, которую радар видит и определяет как объект. И можно ей поставить слежение и отслеживать, и будет понятно, куда двигается туча. Я поставил сейчас слежение за объектом. Это делается обычно вот так. Ставится точечка, меню, радар option, acquire targets. Сюда нажимается, получается вот такой вот квадратик. И вот он отслеживает объект. Теперь можно на него посмотреть. И у нас что будет? Дистанция до грозы 2,85 мили. Speed of ground 106 узлов. Но это он так, я понимаю, не может определить четко. Курс ground 365. То есть он идет вот так вот, на север. И вместе с нами практически с одним курсом. То есть он пройдет мимо.
Ну, это все это при пересечении определяется. Все, потеряли. Видно, рассосалась гроза. Вот так вот можно пользоваться радаром для отслеживания погоды. При вхождении в любой иностранный порт любое судно должно себя проидентифицировать как корабль, требующий таможенной очистки. Поэтому мы сделали следующее. Под краспицу, обязательно под правую, одевается желтый флаг. Этот флаг означает Q, карантин. Это не таможня, не иммиграция, это именно карантин. Но это правило такое, то есть как только придет карантинный офицер и проверит лодку, если он вообще будет, этот флаг нужно будет снять, и уже таможня, иммиграция проходится без флага. Забыл сказать, что мы сейчас расходимся с кораблем. Достаточно близко от нас находится. Но я видел, что мы проходим в безопасности, поэтому я с ним не связывался. Вот этот танкер. Непонятно, куда он идет. В общем, это первый корабль, с которым мы расходились за все наше путешествие. 1500 миль, первый корабль. Вон какой у нас с нами по курсу расходится корабль. Погодка у нас продоговенненькая. Называется Supreme Ace. Это не может на миле. Но так как он идет 15 условий, уверен, что он пройдет. Не надо нервничать. Наверное, стал нервничать. Мы только что увидели землю. Вот там вот большой корабль, а за ним земля. Ну, на камере ее, скорее всего, не видно, но это вот первую землю, которую мы увидели за весь наш переход. Что ты думаешь? Юху! Юху! Ух! Короче, осталось нам 23 мили. Ну, как обычно, мы будем заходить ночью. Это традиционно, по традиции ночной заход в неизвестные места, по традиции постановка лодки на якорь в неизвестном месте, среди рифов всякой херни и других кораблей, но нас этим не испугать. Мы уже практически дошли и теперь нас не остановить. Уже видна Африка. Это Африка! Африка! Дина, что ты делаешь? Она зашивает покрывальце. Итак, ночь у нас была полна событий. Все-таки мы подошли в Килифе. Стоим сейчас на спокойном якоринге. Хотел показать, как это сейчас выглядит. Вот так нас немножечко болтает. А все это потому, что... Короче, показываю. Заход в Килифе. Вот здесь вот, там где наш след, проход через риф. Тут такой нормальный риф. Я думал, что риф будет защищать от волн. Хотелось бы в это верить. Почему я не пошел в сам Килифи? Потому что, кстати, вот так вот нас болтает, вот это наш якоринг. Почему я не пошел в Килифи? Потому что тут и так все очень непонятно со входом. Вот я сейчас для примера покажу. Вот здесь вот два огня. То есть написано, что это Special Purpose Buoy, перманент красным горит. Короче, на входе он горит не красным. На входе вот там вот лампочка, вот если посмотреть, она иногда мигает красным. Одна, не две, а одна. То есть если такой вход с таким пониманием, как сюда заходить, я не рискнул идти, потому что здесь даже вот сейчас уже посветлело. И вот где-то вот здесь вот, вот там вот, есть вход в Килифи Крик. И на входе также горит красные две лампочки, которые латеральные, которые показывают, как заходить. Так вот, только сейчас я рассмотрел эти лампочки. Они не красные, это две белых мигающих лампочки с разным интервалом. А если учесть, что весь берег горит и мигает белым, вообще ноль шансов зайти, если ты не знаешь, куда идти. Но мы уже знаем, вот там по прямой вход. Я его еще не вижу, но уже знаю, где он находится. Если смотреть на карту, вот он идет, потом идет поворот и дальше. То есть неудивительно, что его не видно. Еще все осложняется тем, что у нас в лодке, на Навионике нет карт. То есть наша карта выглядит
вот так вот. Я иду просто по карте, которая в планшете. Почему? Потому что я не покупал карты, я в этот регион вообще не планировал идти. Так как у нас карта только в планшете, это один единственный источник информации, а еще и Navionics, которому я не очень доверяю, поэтому я решил постоять здесь до утра, вот на такой спокойной воде, и когда станет понятно и что-то видно, пойти дальше. Но я думал, что риф будет все-таки закрывать, но не получилось. Ну, поспать на самом деле тоже не получилось. И вот такой вот заход. Вот эти два огня. Вот такое коричневое здание, а слева от него такие белые с красным и выше белые с красным, такие пилоны. Вот это как раз огни, которые показывают путь, вот как заходить по вот этому устью. Вот так это сейчас все выглядит. Там мост спереди, нам нужно пойти будет под ним, но нам для этого нужно будет зайти в яхт-клуб. Нам обещали помочь с проходом, потому что перед мостом есть еще провода. Мы встали, это Килифи Крик. Спереди мост, перед ним провода. Вот тут яхт-клуб какой-то непонятный, но нам туда не надо, нам надо вот туда, где лодки стоят вдалеке. Большой корабль, глубина 23 метра, это та глубина, на которой мы стали. Рыбаки. Здесь очень спокойно по сравнению с тем, как там снаружи. Тут нормально, можно спать, как минимум. Но мы, я планирую, пойдем вот туда, там у нас друзья. Короче, будем спускать тузик. Вот такая вот она Африка, вот такой вот он Килифи. Кения не Африка? Вот меня поправляют, это Кения. То есть Кения не находится в Африке, для тех, кто не знает географию. Я расскажу. Кения настолько развита, что она даже себя Африкой не считает. Правда, Дина? В яхт-клубе. Мы еще, правда, лодкой сюда не зашли из-за моста. Но яхт-клуб выглядит вот так. Это же и бот-ярд. Надо будет сейчас только проверить, сможем ли мы пройти под мостом, потому что перед мостом еще и пауэрлайн висит. То есть нужно будет уйти близко к берегу, по милям, а потом на середину моста и зайти. Ну, там вот стоит одна лодка, как минимум, вот с длинной мачтой. Поэтому меня обнадеживает, что все-таки зайти, наверное, есть шанс. Вот парусник. Мы бросили якорь возле этой лодки, тогда, когда мы зашли внутрь. Мы на тузике приехали в яхт-клуб, и Питер, это управляющий яхт-клубом и бот-ярдом, он сказал, чтобы я его забрал. И мы вместе подъехали на нашу лодку, и он нам рассказал путь, по которому мы должны были пройти внутрь. Итак, мы заходим ближе к вот этому пирсу. Наша корма должна быть на уровне этого пирса. Сейчас мы едем дальше, я покажу, насколько близко к берегу нужно было подойти от этого пирса, потому что глубина здесь около 30 метров. Возле берега 5, но прямо-прямо возле этих 5 начинаются камни. И вот сейчас мы подъедем, очень стрёмно было проходить, когда камни находятся в 50 сантиметров от лодки. Сейчас мы подъедем, я покажу, насколько близко мы проходили на лодку на яхте. То есть вот здесь вот, это еще глубоко. И вот здесь возле берега. Вот их видно. И вот так вот, как сейчас. Мы шли на лодке, потому что здесь глубина нормальная. А вот здесь вот эти камни... Ну, сейчас это, еще лоу-тайд. Ну, мы на лоу-тайде как раз и заходили. То есть вот так вот мы должны были пройти на глубине 5 метров.
Потому что здесь провода, вот их видно. Мы прошли буквально вот метр до этих проводов. Здесь нормальная глубина. После проводов мы повернули резко направо. Потому что нам нужно было пройти прямо непосредственно под опорой моста. Вот фонарь, который показывает на центр моста. Это самая высокая точка. Поэтому мы на лодке проходили ровно под этим мостом, вот так. Антенна у нас, естественно, загнулась, потому что нам метра не хватило. А дальше мы пришли в яхт-клуб, и нам дали буй. Сейчас мы покажем, как выглядят местные лодки. Отлив. Сейчас максимальный отлив, поэтому здесь все валяется на пузике. Ну, это ковчег. Это фишер. Тут какой-то фишерман-центр здесь, в данном месте. Лодки выдолблены из цельного куска дерева. Я уже говорил, что мы находимся в Кении. Стоим на якоре. Перед нами мост. Бот-ярд. Мы стоим на буе. Вот тут его видно, да? Да, видно. Короче, вот это бот-ярд, и он же яхт-клуб. Вот там вот выход в ресторан. Сейчас полный отлив, много лодочек. Мы сейчас туда поедем, и я покажу, какие лодки здесь стоят, и покажу, что за ресторан, и как, собственно, выглядит сам бот-ярд. Через яхт-клуб и... Я заодно отвезу мотор в ремонт. Вернее, как в ремонт. Нужно ему сделать ТО. И иногда у него проскальзывает винт. Надо посмотреть. Либо это, господи, гирбокс, коробка передач. Ну, короче, нужно проверить. Может быть, сам шафт там как-то разболтался. Короче, мы посмотрим, что с ним не так. Так как здесь приливы и отливы трехметровые, я сейчас покажу, как здесь иногда лодки осушивают. Возможно, мы сделаем точно так же. Вот лодка стоит прямо на киле. Мы, скорее всего, будем стоять точно так же, потому что я хочу разобрать сейл-драйв. Тут стоят лодки. Кафе.